Число жертв землетрясений в Японии также превысило уже 40 человек. Как сообщают власти префектуры Кумамото, более 2000 людей госпитализированы. Многие из них в тяжелом состоянии. Сотни тысяч домов остались без электричества, воды, газа. Нарушена работа транспортных систем. По словам сейсмологов, авторшоки с интенсивностью до 6 баллов могут происходить еще на протяжении недели. Также в регионе ожидаются проливные дожди. Увеличивается риск схода оползней.